Сейчас говорят о том, что в городе Орске не работает ни одно предприятие, что все заводы позакрывались, нас просят переехать в другое место. Мне сейчас 24 года. Сразу после армии я устроился работать на цехзавод в Оренбургский «Барабан». За время работы в этом предприятии я смог позволить купить себе квартиру, автомобиль. Работает много моих товарищей в городе Орске. Почему вы, будучи на пенсии, вы заработали свое? Дайте поработать нам. Дайте обеспечить моим детям достойное будущее.